Всем привет, это YouTube канал Let's Play по-русски, с вами Чешир, это Streets of Rock. И мы за ассасины прошли, наконец-то, парк. Мы находимся на четвертом уровне. Надо быть очень осторожным с этими люками, потому что иногда... У меня кухонный комбайн забрал он. Вернее. Да, в общем, иногда такое случается. Ну что ж, трёжная кнопка, она вызывает из этой полицейской будки плохого дядю полицейского. А нам этого не надо. Так. Бармены. Репликаторы. Ладно, хорошо. Давайте посмотрим, что у меня вообще есть. У меня куча добра, на самом деле. Коробка мне не очень нужна. Не-не-не-не, подожди, что насчет будьте добры, отдайте всю наличность. Я тебе сейчас отдам всю наличность. Вот тебе наличность. Понравилась наличность тебе такая? Так, нужен скупщик. Дайте полицейский. Пожалуйста, вот $90. Так, супер копы. Ну что, вор, ты хотел это? Ты хотел меня... Вот так-то вот. Ага, комик выступает. Хорошо, хорошо. Я так понимаю, что туда так просто не зайти. Но не для меня. Так, тихонечко. Так. Нет места. Что там? О, ничего себе! Вышибал, слышите звуки? Это у вас там, как бы. Бармен. Я же запихну таблетку какую-нибудь вам прямо в заднице. Вот честное слово. Нечего положить, черт. Ладно, я искал раздатчика, начал не с того. Богатей. Так, хорошо. Повезло тебе. Алтарь в мусорном баке. Так, хорошо. Так. А, скупщик. Банкомат. Нет, это не то. Гангстеры. Ой, хорошо, хорошо. Что за миссия у тебя, лавочник? Давай поговорим. Принять. Че ж тут? Пользовать ваучер. Аптечка есть, ничего себе. Гульфик. Телефон друга, хорошо. Отлично. Спасибо. Так. Надо добыть предмет из этого сейфа. Легко. Мне осталось еще со времен парка. Ой, сейчас рванет. Гангстеры, пошли вон. Неплохо. Да ладно тебе. Ой, пуля подгоняет меня. Кислота. Вот, кстати, я хотел бы, на самом деле, кислоту. Так, а я, смотрите, у меня, кстати, есть боеприпасы, я могу, да, я могу их делать из шкурки. Только единственное, что мне не надо было сейчас этого делать, потому что у меня фул. Ну, да ладно. Так, богатей, как бы добыть-то предмет-то этот. Ладно. Держи. Гипнотизер дал мне. Скупщика. Скупщика я так не нашел. Наверное, давайте пойдем. Нужен скупщик. Прям очень нужен. Половину продать. Так, местное кладбище. А вот здесь могут прятаться и... Кто угодно. А вот и скупщик, собственно. Так, коробки нафиг. А воровство боеприпасов. Да, не знаю. Проход сквозь стены нафиг. Взлом нафиг. А что еще тут у нас?
воровство, боеприпасов оставлю, пожалуй, оставлю, да. Камень нафиг. Гранаты могут понадобиться. Кольцо не пользуюсь, все равно нафиг. Так, что еще? Все вроде бы, да? Кислота оставлю. Так, а что это вообще есть? Это же торговый центр. Ну, похоже на то, да. Ну-ка, денег 18. У богатея 18 денег. Вы понимаете, да? То есть я там с клевером снимал по 20 баксов с бомжа. А тут 18 с богатея. Ну ладно, подождите. Горилла высоты? Подождите. Ну, может быть, просто я, ну, что-то не так понял. Ну, даже не знаю. Ладно, боеприпас на трансформатор. Обойдемся без него. Ключ нафиг, нож нафиг. Сэндвич оставлю, еду оставлю. Всю еду оставлю. Нафиг надо. Так, окей. Воровство боеприпасов, я думаю, мы его используем в ближайшее время, но просто чтобы оно у нас места не занимало. Может, спасибо. Ай-яй-яй, ну спасибо. Копы. Так, что думаете, не имею перестрелки, не висит участвовать? Так. Что это, бармен враждебный? Окей, я вас понял. Кто еще? Все, да? Ну да, судя по всему. Гипнотизер, ослепитель. Нет места. Нет места, хорошо. Плохое зрение у всех. Картонная коробка. Тоже фигня. А, сейф хрен откроешь. Хорошо. Вот комбинация. Music Hall. Отлично. Так, мне надо продать коробку, наверное, не знаю даже. Это что у меня вообще, кислота? Что такое это? Ладно. Так. Я просто вроде бы уже продавал. Так, холодильники, хорошо. И мне надо направо. Так, лавочник, ты мой друг, я все понимаю. Добыть предмет у наркоторговца. Хорошо. Пошли вон. Не туда я побежал, конечно, ладно. Зато одного зажарило. Ну и что ты сделаешь мне? Какой ты быстрый, а? Ну, стой. Ничего нет. И места тоже нет. Ладно. Не получится. Хорошо, что еще есть? Гипнотизер тип 2, тип 1. Просто друзья. Можно положиться. Хм. Так, ладно. Чизбургер. Хрен что съешь, прям, не знаю. Ладно, давайте так сделаем. Хорошо, палочка, идентификатор. А, у тебя просто нет патронов, вот почему. Богатей, диспенсер, ученый. Ну, не хочется мне отказаться от воровства боеприпасов. Так, ладно, поехали на другой уровень. Так, хорошо. Сейчас, по идее, интереснее должно быть. Инвентарь, мне не хватает инвентаря. Я хочу какой-нибудь рюкзак, чтобы был в этой игре. Так, богатей. Надо копов найти, чтобы подкупить их. Привет, коп. Держи свои честно заработанные $100. Скупщик.
Хорошо. Так. Сюда, сюда. Эми, гранаты. Я вот не знаю, нужны мне будут или нет. Ну, по идее. А, просто, друзья, не хочу. Коробки не хочу. Да и просто гемфизеру тоже. Хорошо. Так. А, что ты хочешь предложить мне, лавочник? Поиск зуба у клерка. Хорошо. Так, что у нас тут есть? У меня же кислота осталась, нет места. Ай-яй-яй, вот это поезд. Так. Ого, ничего себе. С пистолетом. Хорошо, мне сюда не надо, это, да, не надо. Неплохо у вас тут, ребята. Сорян, мне нужен этот зуб. Так, хорошо. Больно. Так, ладно. Музыканта надо нейтрализовать. Хорошо. Промазал, хорошо. Ну что, доигрались, да? Доигрались, я же знаю. Так, сюда. Ну что, готово? Спасибо. Так. Эти господа идут лесом. А, еще гангстеры. Ганнибал. Полиция-то есть здесь? Сейчас за мной Ганнибал-то бегает. Теперь я за Ганнибалом бегаю. Ну что, все, до свидос, да? Так и думал. Нейтрализовать. Слушайте, у него уже достаточно мало хпшки. Может, у него есть банановый кожура? Нет, нету. Это, наверное, его парни, ну, типа, друзья, да? Ну что, еще есть что-нибудь? Ого, суперкоп, смотрите. Вот эта перестрелка получилась. Коп, кстати, враждебный. Что-то ко мне все копы враждебные. Я что, не подкупил, что ли? Подкупил. Не, ну вор, ну это... Гангстеры, почему такие дохлые все? Все? Че там, злые, нет? Коп. Хорошо. Воров перестреляли. О, за что? Гангстеры. Там суперкоп. Да. Так, что тут надо сделать? Нейтрализовать этих чуваков и надо уходить отсюда. Это что-то есть... Во что все не как надо. Да, суперкоп. Такого я от тебя не ожидал. Чтоб ты начал этих-то валить. Ох, так, хорошо. Минуточку. Богатей. Есть какая-нибудь штука, чтобы всех убить? Так, боеприпасы, спасибо. А, ну, штук у меня нету, но я могу миной немножко подловчиться. Ну-ка. Ого, да там целая это стая.
Хорош. Ну что, танцпол, да? Танцевать любим. Танцуйте-ка здесь. Раб. Враждебный раб. А что ж такое-то? Опять суперкопы. Только у тебя патронов уже, смотри, нету, да, дружище? Ну ведь нет уже. Ну нет уже у тебя патронов, смотри-ка, ну нет вот у тебя патронов. Ну что, суперкоп? Все? Так. Что-то там мне слишком многих надо нейтрализовать, если честно. Ладно. Они хотя бы не враждебные. Пока еще. Как много тут всего. Да. Перестрелки здесь были страшные, конечно, я хочу сказать. Ой, богатее. Что, опять суперкоп? Откуда у тебя? Вот так-то. Так. О, хорошо. Так, минус. Гранатку дали, то что надо. Так. Хорошо. Интересно, скупщик здесь есть где-нибудь рядышком? Скупщик, скупщик, скупщик. Бунтоваться внизу. Ну что ж, идем. О, есть еще копы у меня враждебные. Так, банкомат, банкомат, скоп, хороший коп. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Я просто здесь немножко сложу у вас ненужного. Так, ну что ж, это продавать мне не очень хочется. Мне бы патронов купить, вот это да, было бы здорово. Кстати, рабочего могу нанять? Автомат готово. Нет, рабочего нанять я не могу. А боеприпасы здесь вот могут быть, я не был справа. Или был. Нет, это кладбище. Мусорный бак, кстати. Ну-ка. Так, богатей, тревожные кнопки. Ой-ой-ой. Репликатор. Ну, а почему бы нет? Планирую себя. Глушитель. Капкан. Гигантователь. Хорошо. Глушитель на шоган. Планирует себя. Не получится, хорошо. А вот, кстати, и боеприпас. Так. Так, так, хорошо. Дать предмет, автомат. Радуйся. Так, это все фигня, фигня, фигня. Так, не сюда. Гангстеры все полудохлые, и надо добыть. Так, ну-ка, есть? У меня нету. Я хотел эту мой телепорт спереть, ну конечно. Спер, да? Так, делаю резики. У тебя только дубинка.
Ну, это все. Нет места. Так, ну-ка. Сюда. Хорошо. Лифт открыт. Ну, ассасин, ну что ты ждешь-то? Стрелять ты будешь по нему? Так. Хорошо. Теперь смотрите, значит, что я сейчас иду к магазину. Еще раз, то есть к нижнему, да, сюда. Покупаю там патроны и иду на следующий уровень. Так. Тык. Ну, этот-то мне не нужно. Огнетушитель-то вообще не нужен. Ладно. Итак. Надеюсь, что... Дело центр. Левел 3, поехали. Зона БУ-10. Ну что ж, ладно. Бандиты. Надо двух уничтожить. Спасти доктора. И найти у качка бейсбольный мяч. Ну, не так уж сложно, на самом деле. Я надеюсь. Нейтрализовать прям рядышком, кстати, смотрите-ка. Так. Где теперь у меня тут какая-нибудь штука-то? Типа дробовика. Готово. Ну, собственно, здесь все. Так. Хорошо, одна миссия есть. Шприц отравления. Вот, хотелось бы на самом деле, хотелось бы. Выкинуть даже нечего выкинуть. Нож можно выкинуть. Так, осторожно с люком. Дробовичок, ой, хорошо. Кстати. Кстати, смотрите, я сейчас выкину камень и огнетушитель. И подниму вот этот автомат. Замечательно. Так, здесь что надо сделать? Полочник. Спасти доктора, ага. Я понял. Да-да-да. Пойдем, доктор. Да, я возьму сейчас дробаш. Сюда идем. Так, головорез, головорез. Кажется, я убил доктора. Ладно. Осторожно с люками надо. Так. Ты солдат. Да будет нету качка. Черт. Надо капканов понаставить будет. Рестлер. Хорош. Так, качок. Вот так. Что выкинуть, чтобы камушек нафиг иди. Готово. Лифт открыт. Так. Где у меня дробовик? О, бургер. Нет места. Хорош. А, кстати, смотрите, миссия еще внизу есть. Наркоторговец, а ну-ка. Почему бы нет? Осторожней с этим надо быть. Нет места для пива. Ну, здравствуйте. Может, оно мне появится сейчас, нет? Нафиг тебе нужно. Так. Ну что, бомж? А, нет, все-таки это не бомж. Что ты мне хочешь дать? В сундуке найти маффин. Да легко. Так. Кстати, раздача всякой всячины. Ну ладно, не буду заходить. Оп.
Коп, не хочешь денег, коп? $100 все. Так. Хотя, знаете, я хочу сказать, что маффин тут там это. На территории Ганнибалов ведь, да? Хорош. Нет, маффин у нас на территории ада какого-то. Так, хорош. Маффин. Так. Где там мой этот наркоторговец? Так, не упасть в люк. Ох, ну у вас тут и картель, конечно. Задание готово. Вообще на бесплатный предмет, как будто мне нужен бесплатный предмет. Нет места. Хорошо. Так, ваучер идет нафиг. Шприц идет нафиг. Что еще? Эта штука тоже идет нафиг. Килограмм йети, емкость для масла. Куб ламп. Интересно, что это? Где он тут? В лампах будут попадаться полезные предметы. Что значит в лампах? В лампах, в лампах, в лампах. Это в этих лампах, как его? Наверное, имеется в виду в фонарных столбах. Бандит, ты не туда зашел. Мужик. Не было, всем офигели. Так, что у нас там? Давайте, знаете, как сделал? Я друзей призову. Так, ну что. О, вот как раз и. Давайте, давайте. Так, еще. Отлично. Ну все, я думаю, да. Мои парни справились с этим. Вот смотрите, лампа. Да, лампа. А как мне ее вскрыть-то? Ничего нет. Ладно. А в этой лампе? Верно. О, камень. Отлично, камень. Нафиг, нафиг, нафиг. Все, я ухожу. Так, здесь можно пройти? Надеюсь, можно. Ну, а теперь-то, надеюсь, можно пройти. Так, ассасиновый. Так, мне за стеночку надо, хорошо. Готово. Мутатор открыт. Убрать деловой центр. А мне дали акулу бизнеса. Угрюмость, размытая цель. А давайте размытую цель. 5-1 этаж. Этого я еще не видел, ребят. Я, когда последний раз проходил игру, было максимум 4 этажа. А 5-го не было. По-моему. Сейчас я скажу точно. Да, пригорода не было. Ребята, это новый для меня уровень. Прекрасно. Увидим его в следующем видео. Спасибо, что смотрели. Всем пока-пока.